Совет Федерации одобрил накануне пакет законов по противодействию незаконной миграции. Что он из себя представляет и почему именно сейчас необходимо принимать более жесткие решения? Это мы выясним у сенатора Руслана Смашнева. Он с нами на прямой связи. Руслан Владимирович, рад вас приветствовать. Добрый день, Светлана. Итак, какие причины побудили авторов законов разработать предложение по противодействию нелегальной миграции? Действительно, последний год фиксируется повышение количества преступлений, связанных с нелегальной миграцией, с организованной нелегальной миграцией. Существует общественный запрос на решение этой проблемы. Определенные происходили резонансные события, и в целом эта тема сейчас является резонансной. Помимо этого, законодатели, разрабатывая пакет, учитывали состояние текущего законодательства по этой сфере и необходимость его усиления с учетом вызовов времени. Ну, то есть фактически сейчас речь идет об ужесточении наказаний. Мы все знаем, что ежегодно в нашу страну приезжает несколько миллионов иностранных граждан, большая часть из них трудовые мигранты. Какие риски с точки зрения соблюдения закона возникают в связи с их пребыванием в Российской Федерации? В первую очередь я хочу отметить, что необходимость трудовых ресурсов для нашей экономики – это данность. И здесь надо искать баланс между необходимостью обеспечения трудовыми кадрами тех или иных предприятий и безопасностью наших граждан. И здесь, конечно, существуют вопросы, которые необходимо разрешать, связанные с нелегальной и организованной миграцией. Были проанализированы вопросы, связанные со сдачей экзаменов по русскому языку, основам истории и права Российской Федерации. И здесь была выявлена такая ситуация, что в настоящий момент существует большое количество организаций-посредников, которые за плату, большую плату, чем она была установлена, предоставляют возможность сдачи экзамена. Какое качество этого экзамена, мы не знаем. Как они сдают, мы этого не знаем. Но очевидно, с учетом того, что происходит постоянно правонарушение преступления, наверное, фирмы-посредники не оправдали и несостоятельны с точки зрения принятия экзаменов у мигрантов. А ключевым является то, что без экзамена мигранты не смогут никакую деятельность без успешно сдачи экзаменов осуществлять на территории Российской Федерации. И здесь были приняты решения о том, что теперь экзамены можно будет сдавать только в государственных организациях, без каких-либо посредников. Критерии включения в этот перечень организаций государственных будут определяться правительством Российской Федерации, а также будет определяться конкретно понятная плата за сдачу экзаменов, которая будет идти в бюджет Российской Федерации. Это первый момент. То есть мы должны понимать, что на территорию Российской Федерации въезжают люди, которые знают русский язык, которые понимают наше законодательство, которые с уважением относятся к нашей культуре и истории. Это вот такой базовый важный момент. Второй момент, конечно, ужесточение законодательства. Но вот мы говорим про пакет, да, законопроектов. То есть эти меры носят системный характер. То есть первое, мы решаем вопрос тем, чтобы к нам приезжали люди, которые вот знают языки и понимают нашу культуру. Второе, действительно, идет ужесточение законодательства. Что это в дальнейшем в будущем несет? Получается, что мы для организации, которые многие годы получали прибыли и сверхприбыли, предоставляя фактически нелегальные услуги, мы у этих организаций поступательно убираем финансовую вот эту вот подпитку. И, соответственно, все должно прийти к тому, что в какой-то перспективе останутся только организации, которые предоставляют легальные услуги. И вот такой сплав, убрать базу финансовую и ужесточить законодательство, я уверен, он принесет в перспективе результаты. Какие риски вообще? Речь же еще идет и о повышении штрафов, насколько мы понимаем, да, серьезно? И штрафы, и конкретное лишение свободы. То есть действительно все должно прийти к тому, что заниматься организованной нелегальной миграцией будет невыгодно и опасно с точки зрения санкций, которые будут предусматриваться нашим законодательством.
Что касается самой миграции, угроз, которую она несет. Конечно, когда мы не понимаем, кто попадает на территорию Российской Федерации, мы не можем адекватно и оперативно реагировать на эти угрозы вызова. Понятно, что одной из самых главных опасностей является проникновение на территорию Российской Федерации людей, которые представляют террористические организации, экстремистские организации. Конечно, для таких субъектов должен быть установлен жесткий заслон. Помимо всего этого, люди, которые уже на незаконных основаниях попали на территорию Российской Федерации, они уже к законодательству и к его исполнению относятся, скажем так, достаточно легко, да, и не понимают тех санкций, которые должны быть неотвратимы за нарушение нашего законодательства. Поэтому мы наводим порядок в Российской Федерации. Эти все меры направлены не против кого-то, эти меры направлены, чтобы в нашем доме, в России, навести порядок. А скажите, принятые меры по ужесточению миграционной политики потребуют последующие корректировки? И если да, то от чего это будет зависеть? Здесь два момента. Первый момент. В исполнение этих законов будет необходимо принять подзаконные акты. Это акты правительства, это приказы учреждений, которые участвуют в этой работе. Второй момент, конечно, мы будем следить за правоприменительной практикой, за реализацией уже этих законов непосредственно на земле. Будем смотреть, насколько данные меры повлияли, какие еще существуют узкие места, по каким вопросам там эффекта не удается достичь, или он не такой, на какой рассчитывал законодатель. В любом случае, эта тема резонансная. Помимо этих пакетов принимались ряд законов до, и, конечно, там рассматриваются новые законодательные инициативы, которые по иным вопросам тоже будут ужесточать, регулировать вопросы, связанные с миграцией. То есть все это будет в постоянном внимании, в постоянном мониторинге, потому что от нас это требует общество, это является базовой основой безопасности нашего государства, поэтому вопрос этот не уходит из повестки, и вопросы нелегальной миграции являются приоритетными. Спасибо, Руслан Владимирович. Об ужесточении миграционной политики в России мы говорили в прямом эфире с сенатором Русланом Смашневым.